Человек с ужасным микрофоном. Я буду проходить приключения, потому что я немного задолбался от рейтинга, на монстров. У меня остался псарь. Ну, не считая ласта, который мне пока недоступен, потому что я не могу пройти псарем. Ей я прошел быстро. И, ну, так не очень. Часовщицей нормально. Часовщица самая отличная. А жёбаный псарь уже немерено сколько меня достает. Я не люблю хантов, я не умею играть хантом. Я играю на работе. Я играю дома и... Никак. Я, по-моему, уже там сатен боссов убит, но им я никак не пройду. Ну, посмотрим, что изменится на этот раз. Ой, блин. Ну, а я, кстати, умудрялся им, ну, не первому боссу, но второму точно я сливал. Потому что псарь. Жёбаный хант. Не стоя билкой. Да, прошу прощения у всех, кто играет за хантов. Просто я не люблю. Нигде. Даже в Варкрафте. Первым боссом обычно на третий, четвертый он умирает. Печальная печаль. Да, у меня болезнь контроля стала. Из-за этого так свежо. Гори, гори, гори ясно, чтобы не погас. Пока. Офигенно, да, блин? Обычно я реально на третий ход его убиваю. На третий, четвертый. Давай. Хилинг спайл. Ага. В чё вкачиваться? Хватай. Так, а я взял хилинг спайл, да? Это Гризельда противилась мне и заплатила за это. Лягушечка. Не, вообще боссы прикольные, конечно. Гризельда. Вот. Ну. Смотри, немножко вот этот вот. Конечно, персонажи новые тоже прикольные, но немножко меня это прямо раздражает. Хотелось бы посражаться со всеми этими боссами и нормальными персонажами. Как в Личе. Ой, стандартный набор на первого босса. Вот как он убивался на третий ход. Личинка, динозавр. Случай. Ну, все случайно он превращает. Молодец. Продолжай в том же духе.
Окей, 10 хитей. Понятно. Жаба, 3-4. А, не, он же с бафом добавляет. Ой-ка. Отлично. Ну, слушай, может, действительно не попадает? Это я спустил собаку. Зельда, лягушечкой. Секунду, мне написали. Ага. Все хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Понял, псарь. Так, идем дальше. Вот это вот офигенно, кстати. Дикий гон у меня никогда не срабатывает. Я не вовремя это как делаю. А, ну вот рыцарь чаще прям. Ван лап. Он с вера ханту, сука. Я его за одну ману постоянно там кидаю. Но, судя по тому, что я еще не выиграл псарем, меня это не спасало, как вы поняли. Кривокорень. Смотри, что собаки откопали. А я вот не буду рыцаря чаще выкидывать, он мне нравится. Из моего леса. Вон из моего леса. Ну, вообще прикольно так. Гилнес подделали. Хотя, конечно, я не помню орков в Гилнесе. От слова совсем. Ну, может быть, один какой-нибудь захудалый шаманчик, типа Хагата или как у него там. Все же затерялся. Все время второй войны, например. Фига слова, я знаю, да? Так, чё? Ну, давай, адаптируй. Я не знаю зачем, просто слизнюка убить. Давай дерево, убей себя само, а я как обычно буду играть в контроль. О. Не буду я сейчас рыцарей. Блин, это зверь заклинания. Блин, а я думал, я сейчас... А, не, сработало, все, отлично, за два. Давай, а. Никаких твою, все, все прекрасно, все понятно. Дерево убивает себя. Все идет по плану. Карта кончается, это плохо. Идет не по очень плану. Ну, чем ответит нам на это команда Пепси? Это третье дерево не дадут призвать перед этим всем действо. О, ты же теперь смерть. Да, отлично, бафнулось. Мы убьем тебя, если нам ничего не даст. Хилка точно. Прекрасно. Ступай, малыш.
набил на морду. О, прекрасно. Чпоник. Адаптация. О. Шикар. А вдруг он тупанет? И не убьет. Ты что, два древних? Расщепляй. Вот и замечательно. Расщепляйся. Путь дорога. Вот. На звери не было больше в колоде. Прикольно. О, вот эта штука прям вообще топ. Трех самых жирных призвали. Были бы они еще эти жирные. Миксна, оса. Ну давай, ядовитых берем. Чупакабрам. О, чупакабрам. Чупакабра, чупакабрам. Эль чупакабра. Песня есть какая-то такая. Эль чупакабра. Суицид команда вроде. Ну какая-то такая или. Ой. Какая-то такая группа. Электронщина. Вот. Не наша, так сказать. Пау! Чупакабра. Вообще я ему периодически сливаю. Не, самое жуткое, когда я царем играю, для меня все равно остается эта баба с духами, потому что. Всех контролит, немеренная игра и все такое. И, соответственно, ласка. Я на предсмертных хрипах тогда его, блин, долго бил, но я просто не смог убить его бесконечную колоду и нанести ему дамага. Нужно. Сколько нужно было? Вот так. Эй, пока, бро. Зверь где-то рядом. Я не щелкаю вообще по новому. Хочу большую улитку. О, прикольно. Зверь где-то рядом. Помешать. О, может, что, реально что можно? Блин. Блин, как я это сделал? Это... Блин! Как оно мешалось? Вот, 4-5. Прекрасно. Ну все. Чупакабра. Тебе. На этом твой путь закончен. Споры. Споры. О, свет. Спать. Спать, я сказал. Так. Второй лилипон. Нет. Затан. Дюк такой. Но все равно его это ничего не спасает. Поэтому мы чупака бруто и бьем. Дайте мне еще одну элиточку. Да, на самом деле улитки такое трололо было. По-моему, в Пандарии в рейде было.
А, как не умирать от под улиткой? Надо делить дамаг. А, вайпатель ЛФР был. Ведь были ж те, кто велись на это. Гюстав, мой любимец. Что-то я не помню крокодил. Ой, сейчас будет ужасный скрип. Это мои старые кости. Ладно, мне не так уж. Это просто стул. Он не старый, он просто скрипит. Смотри, что собаки откопали. О, Рио-де-Жанейро. Вот что он сказал. А может быть, он просто играет Mass Effect и вспомнил Рио как карту. Блин. Там, где был супер позорный ящик. Но в нем было отлично сидеть и тянуть платину. Уничтожать что? С наименьшей атакой. А-а-а. Все, я вспомнил. Ну, так вот. Нормально. Угу. Все ясно? Мухла. Ай, блин. Пока, динозавр. Это не лунная поляна. Хоба. Отлично, вот сам своего крокодила ты убьешь. Закончу. О, прекрасно. Я думаю, крокодил отправляется в путешествие в виде чемодана. Хотя что, 12? Нет, не отправляется в путешествие в виде чемодана. Во-первых, у меня зверей нет под контролем. Ха. Эль Чупакабро. Эль Чупакабро. Ну, а вот теперь все. Следующий ход. Эль Чупакабро. Чупакабро. И крокодил умирает. Вот мне это Чупакабро-то далось. Затана! Хороший. И здесь Затана. Не знал, что он читает кодекс. Вот это, конечно. На 4 даже прикольно было. А, ну это когда берешь вот это вот, скипетр призыва. Никогда
исполинов тебе больше не попадется. Ну ладно, давай только поймем и проверим. Собиратель лиц. Что-то знакомое. Я помню этого парня, но не помню, что он делает. Собиратель лиц. На самом деле, вот этот собиратель лиц, это в мультике Аватар был. Там был такой, который лица ворвал. Там еще Анг старался не смеяться такой. Ты ж эволюционер. Вообще жуткий тип. Я ему сливал. Бывал. Офигенно. Да. Прекрасно. Десятка. Первый. Второй ход. Десятка. Это у парня, конечно. Блин. Не, мы его оставим, потому что вдруг мне сработает его фигня. О! Прекрасно. Спас себя. Я спустил собак. Немножко. Мы едины. Мы вездесущие. Так, а ты чё? Два раза адаптируешься. Не, надо вот этого парня убить. Так. Мне не помеха ни снег, ни дождь, ни даже ведьма. Ни даже ведьма. Новая личность. Хромаус. Яд. Матом ругаться нельзя. Ну, что я могу сказать? Матом ругаться нельзя. Да. Так. О, отлично, он меня атаковал. Плюс два я не могу. Ты ж не убьешь его. Он подсмотрел эту идею, но нет. Ах ты ж, точно меня посмотрел. Мексам, как?
Как хорошо, что ты у меня есть. Мэг, нам решаешь кучу проблем. Где? Нету. Блин, он может тренировать. Я в колоде. Три карты. Оп. 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 Смотри. А я тоже могу. Где? Ты же заклинание какого... Заклинание, ну а какого фига ты тогда это тогда не сработал? А не, оно сработало. Что-то я вообще туплю, спать уже пора. Ага. Теперь нужна лишь маска. Ясно. Ты бьешь на три. Улиточка моя. Да херик. Он же сейчас не станет. Ну, в общем, вот так я играю за ханта. Ну, за псаря, точнее. Ужасно просто. Лист на 100 ветра. Мали? Барнабу, а ты меня уже ничем не спасешь. Ну, короче, ладно, я сам сдамся. Я признаю твое. Это была хрен знает какая попытка. Но если бы я его прошел, дальше была бы верняк. Женщины с духами, и я бы съел. На этом всем пока. Попробуем в следующий раз. Такой ты оптимистичный. Не болейте.